В Канавинском районе мужчина захватил в заложники жену и ребенка. Их, к счастью, спасли, его самого задержали. А вы ножом угрожали им? Нет, вы что? Вы о чем речь? А почему тогда вы здесь? Вот и спросите вот у этого следователя, который незаконно предъявляет мне требования. Я не согласен с этими требованиями. Подробности сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале ЧЕ.